Рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня у нас очередное пополнение коллекции фильмов на физических носителях, то есть на Blu-ray и на DVD. В сегодняшнем пополнении коллекции будет 18 изданий и 20 фильмов, то есть одно издание будет содержать в себе 3 фильма. И как обычно, вначале покажу издание на Blu-ray, а потом издание на DVD. Начать хочу с единственного 4К издания в сегодняшнем пополнении. Это фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Такой вот стилбук итальянский. Такое внутри оформление. Это от него техничка. Данное кино самое свежее в моей коллекции. Фильм 2023 года. И, кроме того, это не просто фильм 2023 года, а самый кассовый фильм 2023 года. Кроме того, это самый кассовый фильм для студии Warner Bros., которая сняла данное кино. И, кроме того, это самый кассовый фильм, снятый режиссером-женщиной. В картину сняла Грета Гервиг. В главных ролях здесь у нас Марго Робби, которую мы можем видеть на обложке. А в роли Кена, главного Кена, здесь сыграл Райан Гослинг. Для обоих актеров данная картина также стала самой кассовой в карьере. Такое вот издание фильма «Барби». Идем далее. Следующая картина. Фильм «Первый мститель противостояния», или как он называется в оригинале, «Капитан Америка. Гражданская война». Фильм братьев Руссо. На внутреннем арте видим рекламу других изданий из серии про Марвел. Здесь у нас сыграло много известных актеров. Это Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Энтон Макки, Дон Чидл, Джереми Реннер, Чедвик Боузман, Пол Беттани, Элизабет Олсен и Даниэль Брюль. Данная картина, как в лучшем и Барби, забыл сказать, она без русского языка. «Капитан Америка. Гражданская война. Первый мститель противостояния» с русским выходил только на DVD в урезанном издании. То есть на DVD не было никаких дополнительных материалов, а из дорожек только русская дорожка. Это скандинавское издание данного фильма. Здесь русской дорожки нету, но присутствуют дополнительные материалы. Такое вот издание. Идем далее. И последнее зарубежное издание в сегодняшнем пополнении коллекции. Это последний фильм, которого мне не хватало для полной коллекции с русским языком фильмов Тима Бёртона. Это фильм «Свини Тодд». «Парикмахер с Флит-стрит». Чешское издание. В главных ролях здесь Джонни Депп и Хелена Бонем Картер. Это последнее издание, поэтому одно из видео на этом канале будет посвящено коллекции фильмов с Тимом Бёртоном, которые у меня есть. И фильмов достаточно много. Далее, российские издания. Начать хочу с изданий от Disney. И первый фильм – это фильм «Ральф». Здесь присутствует такой вот внутренний арт. Это заглавный персонаж Ральф.
Также здесь присутствует много других персонажей из известных игровых франшиз. Это первая часть, а вторая часть у меня была давно, и наконец-то появилась и первая. Вторая часть называется «Ральф против интернета». И во второй части, видим, появились все принцессы Диснея. Такие вот издания. Далее еще один фильм от Дисней. Точнее, мультфильм от Дисней. Это мультфильм «Вольт». Такое вот издание в слипе. Под слипом такая же обложка. Такой вот внутренний арт. И рекламная бумажка с рекламой других изданий от студии Disney. Из всех этих изданий мне не хватает Валли и Сокровища наций. Все остальные фильмы, которые здесь присутствуют, у меня есть в коллекции. Фильм Disney Walt. Далее фильм Клинта Иствуда, с ним же в главной роли фильм «Гран Турино», известная картина. Раньше данное кино было у меня в коллекции на DVD, и наконец-то обновил данный фильм на формат Blu-ray. Далее фильм боевик с Джейми Фоксом, Крисом Купером и Дженнифер Гарнер «Королевство». 5 дней, чтобы поймать убийцу, который не боится смерти. Такое вот издание. Далее фильм спортивный «Битва полов» с Эммой Стоун и Стивом Карлом в главных ролях. Здесь у нас рассказывается про матч теннисный 1973 года между первой ракеткой мира среди женщин Билли Джей Кинг и бывшим чемпионом среди мужчин Бобом Риксом. Теннис я люблю смотреть, поэтому такое вот издание появилось в коллекции. Далее известная картина с Сандрой Буллок, фильм «Мисс Конгениальность», в которой помимо Сандры Буллок также снялись Майкл Кейн, Бенджамин Брат и Кэндис Берген. Далее фильм с Расселом Кроу, Беном Аффлеком, Рэйчел МакАдамс и Хелен Миррен. Фильм «Большая игра» от режиссера фильма «Последний король Шотландии». Издание от Universal. Остросюжетный триллер. Далее семейное фэнтези. «Спайдервик Хроники» от Nickelodeon Movies.
И, наконец, последнее издание на Blu-ray в сегодняшнем пополнении коллекции. Это советское кино. «Весна на Заречной улице». Самый старый фильм в сегодняшнем пополнении коллекции. Потому что данная картина вышла в 1956 году. И здесь присутствует такая вот бумажка. Видим режиссера данной картины. А здесь приветствие к тем, кто будет смотреть данное кино с данного издания от режиссера. Далее 6 DVD-дисков. И первый DVD-диск – это наконец-то появившийся в коллекции фильм «Маска» с Джимом Керри. Наконец-то нам удалось его достать. Появился в одном интернет-магазине. И вот сразу как появился, приобрел его. Это последняя картина из самых известных фильмов на начало карьеры, начало известности Джима Керри, которой не хватало, потому что «Эйс Вентура» и «Тупой, что тупее» есть в коллекции, а вот «Маски» не хватало. И наконец-то появился данный фильм в коллекции. Далее, следующая картина. Это фильм «Ромео должен умереть» с актерами Джетом Ли и Алагией. Актриса Алая, которая снялась в данной картине, умерла достаточно рано в результате авиакатастрофы. Ромео должен умереть. Далее. Трилогия. Балто. Здесь три диска. Первый фильм «Балто», второй «Балто в поисках волка» и третий «Балто. Крылья перемен». Режиссером первой картины выступил достаточно известный режиссер анимационных фильмов Саймон Уэллс. И, наконец, осталось показать три оставшихся издания. Все они объединены актером. И первый фильм — это фильм «Васаби» режиссера Джерара Кравчика и продюсера Люка Бессона, автора сценария. В главных ролях здесь Жан Рено. Достаточно известная картина с данным актером. И также еще два фильма с Жаном Рено. Первый — это «Пришельцы», первая часть, где вместе с Жаном Рено снялся Кристиан Клавье, который также выступил автором сценария данной картины. И, наконец, последний фильм в сегодняшнем пополнении. Это фильм «Пришельцы. Коридоры времени», где опять же снялись эти два актера, Жан Рено и Кристиан Клавье. Такое вот издание от фирмы «Союз». Это были последние фильмы на сегодня. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео и пока!